Давайте я вам покажу теперь новую работу, которую добавили в этой обнове. Заходим. Теперь добавили открывание дверей. Я думаю, что этого как бы не ждал никто. Что, но штрафы в карпаркинге я точно не ждал. Пацаны, теперь у нас новые штрафы в карпаркинге за превышение скорости. Охренеть. Теперь давайте, пацаны, я вам покажу открывание капота и также открывание багажника. Погнали, друзья. Друзья, ну что, всем привет, с вами Суперджим Лысый, добро пожаловать на мой канал, друзья, это у нас карпаркинг, мультиплеер, друзья, и это у нас, пацаны, обзор, то есть, ну, полный обзор, друзья, нового обновления в карпаркинг мультиплеер. Даже, друзья, ролик будет просто, ну, максимально интересным. Сегодня я вам покажу абсолютно, пацаны, все, что добавили в это, друзья, новое обновление. Даже, друзья, с вас, как говорится, как всегда, в принципе, пацаны, лайк, подписка, друзья, и, друзья, хотите, после просмотра, как бы, данного ролика, друзья, пишем, насколько сильно, пацаны, вам понравилось обнова. Так что, друзья, я желаю вам всем и еще раз, пацаны, при этом просмотра мы начинаем. Погнали, пацаны. Блин, а у меня шины-то остались, то, что я боком даю. Шин же вообще нету. Хотя я же могу в GTA-шке на телефон боком раздавать. А пойдемте, я вам тоже расскажу. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я тут, блин, подумал, я же могу в GTA на телефон, на своем телефоне прямо сейчас запустить GTA-шку и тоже там же на этой же машине раздавать боком. Какой я дурак. Так, давайте я вам тоже хоть про эту игру расскажу. Так что, друзья, сейчас мы включим игру, в принципе, и я вам про нее расскажу. Последнее время стал проводить очень много времени с телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игру. Я наткнулся на онлайн-РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Так что, ребята, попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Лестер, который даст вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль. Он же тот самый Кадиллак. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое, это перейти по ссылочке в описании и скачать игру. И второе, установить игру на свой телефон. А третье, в настройках, пацаны, вам надо будет выбрать игровой ник в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. А уже после можно выбрать сервер, на котором вы будете играть. И не забывайте про мой промокод Лестер, который даст вам, пацаны, деньги и машину. Друзья, короче говоря, сегодня в данном видеоролике я вам покажу абсолютно все, что как бы добавили в это, друзья, новое обновление, потому что разработчики добавили реально много чего, друзья, интересного, и про многое они даже не говорили ни слова. Так что, друзья, в принципе, сегодня, пацаны, я вам покажу там, пацаны, то, о чем не говорили вам разработчики, то есть они нигде об этом не писали. Так что, друзья, ролик будет, ну, уж очень интересно, потому что реально добавили очень много секретов. Так что, друзья, мы, в принципе, начинаем с вас, пацаны, 2000 лайков, пацаны, друзья, я думаю, что для вас это реально максимально легко, потому что, друзья, там, пацаны, просто реально одна кнопка, понимаете, друзья, чисто лайк и все. Окей, друзья, в принципе, теперь давайте мы уже начнем, друзья. Тут как бы добавили новые, собственно говоря, то есть, ну, новую работу. Вы получали 5000 как дополнительное вознаграждение, нихрена себе. Окей, друзья, теперь давайте мы начнем. В принципе, можно начать как бы сразу же с новой карты, потому что, друзья, добавили новые локации. То есть, добавили, то есть, видоизменили и вообще поменяли, друзья, полностью эту парковку. То есть, как бы тут у нас теперь вообще совсем, друзья, новая парковка, то есть, она абсолютно новая, то есть старую просто взяли, удалили, друзья, и вместо как бы старой просто взяли и добавили такую вот новую, просто шикарную еще, друзья, под... это самое, блин, что лагает. И, друзья, вместо старой парковки добавили абсолютно новую, мать его, парковку, которая, друзья, абсолютно, ну, друзья, одним словом, она совсем другая, и тут как бы слишком много столбов, это мне не особо нравится, блин. В принципе, такая вот крыша, ну, в принципе, что, тут еще есть, это еще, ни хрена себе этажей, блин, давайте поднимемся еще выше. Блин, друзья, выглядит довольно-таки прикольно, я вам скажу. Так, друзья, в принципе, вот такая вот подземная, пацаны, парковка. И, как я понял, как бы эта парковка чисто, пацаны, для полицейских. Потому что, друзья, как бы прям рядом тут полицейское здание. Тут можно, блин, очень сильно раздавать боком. Но я же Лестер водила, пацаны, не забываем. Как бы в комментариях писать, как бы Лестер водила. Оп, подожди, погнали, опа. В принципе, реально, столы, пацаны, прям так расположены, что можно очень так... интересно пораздавать боком. И, в принципе, это все очень, мать его, шикардосно. И, друзья, вот, в принципе, само здание, в которое мы можем не войти, а заехать. А, стой, подожди, я смогу заехать? Подожди, я как бы сейчас только что хотел просто как бы сказать такой прикольчик. Но, походу, сюда реально можно на смарте заехать, друзья. Что я, в принципе, сейчас и сделаю. И, друзья, кстати, как бы забыл вам сказать то, что если у вас все еще нету обнова, потому что, пацаны, обнова пока что в бета-тесте, то по ссылке в описании в моем телеграм-канале, пацаны, вы сможете скачать эту обнову абсолютно, пацаны, бесплатно, как бы за 2 клика, потому что, друзья, ссылка на телеграм в описании. Теперь давайте заедем уже на этом смарте сюда. Опа!
Опа, думаю, что полицейские такого точно, блин, не ждали, то что сюда к ним в здание, блин, зайдет смарт. Так, в принципе, ну здание прикольное, знаете, как бы ехать тут можно, даже можно пораздавать боком. Опа, дал туда-сюда, блин. Ну, друзья, реально, полицейское здание такое, знаете, прям солидное, но слишком много свободного как-то места, что ли, или мне кажется. Ну ладно, хорошо, пацаны, в принципе, покатались, если можно теперь и выехать, в принципе, окей. Все, выехали, пацаны, культурно. Ой. Как мы видим, сразу у нас теперь добавили перевод. То есть, теперь у нас мы можем поставить язык абсолютно любой. Там французский, итальяну, мамасита, джапани, туркиш и казахский. Там, пацаны, теперь очень много языков. То есть, если раньше было, пацаны, только одно, то есть английское, то теперь мы можем поменять, друзья, абсолютно на любой язык. Вот, друзья, наш автобус за 1000 коинов, друзья, мы его, конечно, покупаем. Заходим, друзья, и давайте я вам покажу теперь новую работу, которую добавили в этой обнове. Заходим и смотрим, блин, нифига, автобус большой. И, кстати, теперь добавили открывание дверей. Я думаю, что этого как бы не ждал никто. Что теперь, пацаны, мы должны сделать? Как бы по карте добавили, пацаны, такие вот, собственно говоря, остановки новые. Мы, собственно, подъезжаем вот так вот, хоп. Останавливайся, тормоза ужасные. Нажимаем, друзья, вот сюда вот, и, например, выбираем. То есть отсюда мы должны поехать, друзья. Ох, ни хрена себе, сказал я себе, это куда я так должен поехать? За это мне дают 10 тысяч, я должен проехать 13, мать его. Ах, следующая остановка, Drake Racing Sirsuit. Я должен доехать за 2 минуты. Давай, блин, какой же этот автобус, блин, реально, как автобус прям. Так, едем за пассажирами, в принципе, на Drag Racing, как бы можно прям устроить пару гонок и потом затем поехать и отвезти, в принципе, наших клиентов. И как я вижу, пацаны, очень много локаций, потому что, друзья, очень много остановок, ну реально, очень много. А мы останавливаемся. Превышение скорости запрещено! Тут добавили, в кар-паркинге добавили правила дорожного движения и штрафы. Что, но штрафы в карпаркинге я точно не ждал, пацаны. Теперь у нас новые штрафы в карпаркинге за превышение скорости. Охренеть. Теперь, пацаны, мы нажимаем открывание дверей. Опа. Присаживайтесь, мадмуазели. Мадмуазель, присаживайтесь. Они прям в машину, блин, проникли. Закрываем двери. И, друзья, едем 10 километров. Intercity Station. То есть это вообще в жопе. Я очень, мать его, долго буду ехать. Но давайте-ка заодно посмотрим, в принципе, салон. Это включаем. Так, мне интересно, они сейчас реально сидят у меня в машине? А, да. Вот же он сидит тут. Здорово, брат. Как дела, уцуй? Че, как? Тебе комфортно там, слышишь? Бородатый. А где там девушка? Подожди, а где девушка? Подожди. Так, у меня, как бы, в принципе, 2 пассажира. Там, как бы, пацаны, сидит бородатый и одна девушка. Но девушки нету, я ее не вижу. Девушка вот тут. Алло, за проезд, блин, оплачиваем, девушка. Да, ее нету. То есть, у меня получается один пассажир. Она что, выпрыгнула? Ну, а скажу честно, автобус выглядит просто сногсшибательно. И он провиден, что максимально, мать его, проработан. Гляньте, друзья. У этого автобуса даже, пацаны, чтобы вы понимали, новая физика. Не охренеете? Так, пацаны, теперь давайте перейдем к новым машинам. Есть, как бы, вот такая вот машина, пацаны, из Скуби-Ду, по-моему, если не ошибаюсь, как бы, на ней есть такие маленькие обвесы, ну, как бы, ничего интересного. Но на этой, вот именно на этой же новой машине просто очень жесткие, мать его, обвесы. Вы просто гляньте, пацаны, насколько тут просто, блин, смотрите, сразу совсем другая машина. Смотрите, ошалеть, покупаем. Потом сзади вообще смерть, пацаны. Смотрите! Какие-то радиоактивные, блин, турбины. И вот это, друзья, из Mad Max, по-моему, фильм есть, Mad Max. Дальше ставим, друзья, пороги. Смотрите, что, пацаны, это, наверное, самые лютые, блин, ух. Вы просто гляньте. Вы просто гляньте, насколько тут просто пипец. И там это все работает, гляньте. Там все реально крутится. Механизм рабочий, бля. Я хочу прокатиться на этой гребаной, друзья, машине. Ну чё, включаем сразу, собственно, дрифт мод без раздумий и погнали. Во-первых, выхлоп тут просто, ну я не знаю, какой-то, пацаны, ну... Тут все реально работает, гляньте, блин. Смотрите, все крутится, ремень тоже крутится. Офигеть, сказал я себе. Вы просто гляньте, какая лютая машина. И она еще и праворульная.
Нихрена, гляньте, какой салон, блин. Пошел. Теперь давайте быстро я вам покажу открывание капота и также открывание багажника. Погнали, друзья. Начнем мы, пожалуй, друзья, с открывания капота. Гляньте, как это, блин, они проработали. Хопа. Вы просто смотрите, насколько там все детально и насколько там все проработано. Там даже звуки добавили. Вы просто гляньте, как это, блин, круто, блин, выглядит. Я просто не верю своим глазам. Вы просто гляньте, друзья. Как же это, мать его, хорошо просто. Там все как проработано. Карбончик везде, да, посмотрите. Все шланги, там даже, блин, это просто. Теперь давайте я вам покажу открывание багажника. Так, пацаны, вот наша еще одна новая тачка. Сейчас я вам покажу ее салон. Вы просто, друзья, охренеете. Гляньте, какой салон. Такого салона, по-моему, у нас в карпаркинге еще не было. И вы гляньте этот спидометр, друзья, он у нас прям на руле. И смотрите, какой, блин, это что, смотрите. Мы поворачиваем руль. И тут как бы что, блин, это очень красиво, я вам клянусь. Это просто, ну я не знаю, это я не знаю. Просто это очень, пацаны, круто, смотрите, как это все выглядит. Аж везде карбончик, везде, смотрите, даже там. Что? Теперь давайте я вам покажу открывание багажника в карпаркинге. Салам алейкум, просто. Охренеть, блин. Разработчики реально, походу, ушли, пацаны, прям в детали. Просто гляньте, как это выглядит. Все как-то, блин, так красиво, что я просто, ну, не верю своим глазам. Ну, друзья, я думаю, что вы уже все знаете то, что, пацаны, добавили новые одежды там туда и сюда, как бы вся суета. И также, пацаны, добавили новую прическу. Гляньте, только пока что я не особо, собственно говоря, ну, пока что, пацаны, эту прическу не особо доработали. Потому что, как мы видим, если мы выбираем вот это вот, то есть у нас там снизу, пацаны, все равно есть волосы, но... Вот так вот, как бы это очень так смешно выглядит. Но для новой прически все равно очень прикольно. Но я не понимаю, почему они белые. Это что вообще такое? Я тебя понял, хорошо, я тебя понял. Но теперь, друзья, я бы хотел вам показать новые звуки на машинах. Так что, друзья, сейчас мы берем эту BMW M5, которую очень у меня колхозная. Как бы ее делал не я, так что это все, пацаны, мы удаляем. Вот так вот и ставим, пацаны, на нее обычный M5-овский, собственно говоря, обвес. Так, давайте сейчас мы просто послушаем, пацаны, звук легендарного BMW M5 V10, блин, M5-60. Друзья, мне, блин, настолько понравился выхлоп, что я решил просто играть, блин. Я забыл, что я записываю видео. Ошалеть, блин. Так, друзья, в принципе, на этом вроде бы как все. Я вам рассказал, собственно, все, что я знал. А если, пацаны, что пропустил, то просто напишите, друзья, об этом в комментариях. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Как бы ролик получился прям таким длинным и вроде бы интересным. Так что, друзья, если что, напоминаю, что ссылку на эту новую обнову, пацаны, то есть файл я оставлю, друзья, у себя в телеграм-канале, как бы ссылка на который, пацаны, будет в описании под данным роликом и еще в комментариях. Так что, друзья, на этом у меня все. Всем, друзья, удачи, всем пока и спасибо всем за просмотр. Пока.